Рефери у нас судит рефери второй категории по панкратиону Кушнерук Олег под псевдонимом Абдулла. Да, Виталий активно начал раскидывать удары руками, ногами. Посмотрим. Ну и противник. Никита не дает. Ну, видно, что разный класс у спортсмена, честно говоря. Видно, что из базы, да, немножко... по базе тэквондист, скорее всего, Сапун. Ну, да? Я тебе скажу, что тэквондист, но видишь, как зашел красиво на руку. Досрочная победа болевым на руку. Помахал ногами, но школа борьбы есть. Очень расслабился Виталий Осипов и увлекся ударкой. А противник... Видно было, разница была в классе, конечно, колоссальная. Противник не стал долго ждать, подловил момент, прихватил ручку и выполнил болевой прием на руку с позиции лежа. Золтан Русанюк.